13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии. Сегодня у нас Ян Чеботарев, юрист. Ян Евгеньевич, здравствуйте. Да, добрый день, день хороший сегодня. Да, с погодой нам везет на этой неделе, я бы сказала. Дай бог, чтобы было так и дальше. Ну, у нас тем много, часть из них связана с вашей профессиональной деятельностью. Часть не связана, но как житель города вы, конечно, можете комментировать. Начнем с Никиты Юрьевича, я так понимаю, да, 10 мая на прошлой неделе Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов Никиты Белых на приговор, вынесенный ему, и, собственно, изменил приговор. Но, как вы и предрекали, изменения были незначительными, скорее даже декоративными, то есть Никите Белых после отбытия наказания разрешено сразу же практически, вот на следующий день, занимать государственные должности. Ну, если кто-то его назначит, то да, конечно, он будет иметь такую возможность. Ну, коллеги наши, федеральные журналисты, пишут, что, в общем, больше похоже на издевку, так же, как и в случае с Алексеем Улюкаевым, да, потому что человека с судимостью на государственную службу никто не примет. Ну, безусловно, но, на мой взгляд, это не издевка, это совершенно обычная практика. Это делается сознательно и специально. Подобного рода косметические поправки, которые внес суд апелляционной инстанции в его приговор, никоим образом существа самого приговора не затрагивают. Лишение свободы как было, так и осталось. Срок как был назначен, так и остался. Просто вот подобного рода поблажка, формальная, абсолютно декоративная, лишит возможности защиту заявлять о том, что Мосгорсуд, рассматривая апелляционную жалобу, отнесся к делу формально, не глубоко разобрался в деле, проигнорировал какие-то его доводы. На подобного рода замечания сторона государства всегда может сказать о том, что ну о чем вы говорите, вот видите же, приговор был изменен. Пусть вот в такой незначительной, собственно говоря, степени, но тем не менее это право суда. Рассмотреть и решить по своему усмотрению. То есть, на мой взгляд, вот подобного рода косметический ремонт был предпринят исключительно лишь для придания видимости объективного рассмотрения дела в апелляции. Ну, о том, что сейчас будет происходить с Никитой Белых, мы чуть-чуть попозже поговорим. Давайте еще чуть-чуть по процедуре. То есть сторона защиты уже заявляет о том, что пойдет дальше, будет обжаловать решение суда в кассационном порядке в президиум Мосгорсуда. Про Верховный суд вот пока вроде бы ничего не заявляется, но я так понимаю, что такая возможность тоже есть. Ну да, стандартом уголовно-процессуальным кодексом в Российской Федерации предусмотрено несколько стадий обжалования состоявшегося приговора. Первое – это апелляционная жалоба, обжалование приговора суда, не вступившего в законную силу. Вот сейчас сторона защиты Никиты Юрьевича ее прошла. Следующее – это подача первой кассационной жалобы. Она подается в президиум Мосгорсуда в деле Никиты Юрьевича. И вторая кассационная жалоба подается уже непосредственно в Верховный суд. После чего остаются только лишь возможности попросить возбудить надзорное производство. Но это уже экстраординарные способы защиты. Если сторона адвоката Никиты Юрьевича будет планировать обращение в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека, прохождение такого этапа, как апелляции, фактически означает запуск шестимесячного срока. То есть 6 месяцев отсчитывается вот с 10 мая? Да, с момента прохождения апелляционной инстанции. У Никиты Юрьевича, у его защиты есть ровно 6 месяцев на то, чтобы обратиться с жалобой на данное решение, на данный приговор в Европейский суд по правам человека. И если суд сочтет данную жалобу приемлемой, она будет коммуницирована, передана властям Российской Федерации, после чего Европейский суд в составе палаты, либо большой палаты, уже рассмотрит и примет решение, насколько нарушения, на которые будет ссылаться защита, имели место быть, насколько они были существенны, какая компенсация в данном случае будет являться приемлемой и достаточной. Ну и потом уже сторона защиты, получив решение ЕСПЧ, где будет, например, установлен факт нарушения прав и свобод человека, гарантированных Европейской конвенцией, сможет просить пересмотреть приговор по
новым обстоятельствам, хотя мы все видим и знаем, что, к сожалению, в настоящий момент решение ЕСПЧ уже вроде и не является обязательным для исполнения для властей Российской Федерации, что для меня, как для юриста, безусловно, удивительно. Ян Евгеньевич, я правильно понимаю, что два процесса могут идти параллельно, то есть подача жалобы в ЕСПЧ и президиум Мосгорсуда, затем Верховный суд? Да, то есть эти процессы могут идти параллельно? Да, да. Не обязательно ждать, когда Мосгорсуд в лице президиума, либо председателя президиума, рассмотрит жалобу. Не обязательно ждать, когда судья Верховного суда получит очередную кассационную жалобу, если она будет подана, и примет какое-то процедурное решение по ней. Обычно как раз кассационные жалобы заканчиваются на этапе принятия решения о их принятии и возбуждении кассационного производства. То есть, если нарушений суд кассационной инстанции не видит, он просто отказывает в возбуждении дела и все. Понятно. В таком случае еще по срокам, вот какое время это все может занять? Ну, с ЕСПЧ история долгая, как я понимаю, да? А вот с президиумом Мосгорсуда, с Верховным судом обычно это... Там сроки как раз достаточно четко прописаны Уголовно-процессуальным кодексом. Стандартом является 2 месяца. Для рассмотрения дела в президиуме Мосгорсуда, и Верховный суд примерно в такие же сроки после получения жалобы, естественно, собственно говоря, достаточно оперативно все происходит, принимает свое решение. То есть в течение ближайших полугода точно будет какая-то информация, если адвокаты пойдут дальше? Ну да, я думаю, что в любом случае мы что-то будем узнавать, и адвокаты наверняка не остановятся на даже только лишь тех судебных инстанциях, которые вы сказали. Я думаю, что как раз, скорее всего, они приложат все усилия для того, чтобы придать своей жалобе приоритет в Европейском суде. Через Европейский суд по правам человека можно, не дожидаясь окончательного рассмотрения жалобы, попросить меры по защите интересов человека. Например, если человек нуждается в срочной какой-то медицинской помощи. Я хотела спросить, да, состояние здоровья, оно играет роль? Да, безусловно. Если человек нуждается в срочной медицинской помощи, и такая адекватная медицинская помощь ему по каким-то причинам не оказывается в том учреждении, где он в настоящий момент находится, человек, его защита, Никита Юрьевич, приложив соответствующие документы, может по электронной почте, по факсу, как угодно обратиться в Европейский суд с заявлением о принятии немедленных мер по обеспечению его прав и законных интересов. И как раз, если смотреть на практику ЕСПЧ, в 90 примерно процентах случаев такие меры судом принимаются. Как правило, они все касаются либо обеспечения безопасного места содержания, установления места содержания человека. Например, если в СИЗО, либо в следственном изоляторе ином каком-то, либо в УВС, либо в колонии, человеку угрожает какая-то опасность, он может поставить перед ЕСПЧ вопрос о фактически обязании властей Российской Федерации переместить его в иное исправительное учреждение. Точно так же, если человеку необходима какая-то медицинская помощь, которая ему не оказывается, либо узкоспециальная, высокотехнологичная, может ставиться вопрос о фактически оказании этой медицинской помощи даже вне системы ВСИН, то есть в обычных гражданских лечебных учреждениях. Ян Евгеньевич, мы с вами еще говорили по поводу дальнейшего этапирования Никиты Белых, да, он сейчас находится в Москве в СИЗО, должно быть принято решение, я так понимаю, о месте отбытия наказания его. Теперь... Ну, это очень быстро все произойдет. Да, но пока не произошло. Сегодня 15 число, а приговор был, точнее, жалобы рассматривали 10-го. Ну, Мосгорсуд орган достаточно медлительный в части изготовления документов, но тем не менее. И Почта России долго работает. Здесь Почта России ни при чем. Так. Значит, когда Мосгорсуд, да любой суд, рассматривающий апелляцию осужденного, выносит решение по этой жалобе, приговор считается вступившим в законную силу, соответствующее уведомление о вступлении приговора в законную силу судом направляется в учреждение, где в настоящий момент осужденный находится. Угу. Применительно к Никите Юрьевичу это матросская тишина. Угу. Вот, получив, причем это делается все в течение суток, получив подобного рода документ,
фактически незамедлительно начинается процедура не этапирования, а определения места отбывания наказания, куда следует направить осужденного. Уголовно-исполнительный кодекс отводит для системы ФСИН всего 10 дней на подобного рода процедуру. И через 5 дней должны узнать. Причем это максимум. Нет, мы это не узнаем. Нам не скажут. Значит, мы... Ну, сейчас. Хорошо. Значит, даже осужденного самого, которого выводят куда-то на этап, приказывают собраться с вещами и подготовиться к отбытию в исправительную колонию, никогда не ставят в известность, куда конкретно его отправят. В Сольвычегодск, в Тьму-Таракань, в Киров, в поселок Лесной, в, не знаю, Усть, в имя какую-нибудь и прочую вещь. Он узнает о том, куда конкретно он приехал, только тогда, когда уже приедет. Это так, а родственников кто в известность родственников, ставит? Родственников ставят в известность не о том, что человек отправлен отбывать наказание в исправительную колонию номер такую-то, расположенную там-то, там-то и так далее, а о том фактически, что человек уже туда прибыл. То есть, как правило, тогда, когда приговор вступил в законную силу, для родственников самое тревожное время наступает, когда они временно теряют связь с своим мужем, сыном, братом, прочим родственникам. Угу. Этапирование осуществляется, как правило, в Российской Федерации посредством железнодорожного транспорта. Иногда, конечно, если подразумевается этапирование на достаточно недлинное расстояние, это может быть осуществлено с помощью средств автомобильного транспорта. В исключительных случаях этапирование осуществляется воздушным транспортом. Но это в исключительном. Это когда на Дальний Восток. Это когда Михаилу Борисовичу Ходорковского нужно срочно было из корейской колонии выдворить за пределы Российской Федерации. Uh-huh. Вот. На Дальний Восток как раз система ФСИН очень любит возить осужденных железной дорогой. Прямых рейсов в этой системе не предусматривается. Подобного рода путешествие с несколькими пересадками и остановками для отдыха на 2-3-4 дня каждый раз может занять до 1,5-2 месяцев, это нормально. Угу. Вот, так что сейчас, да, безусловно, и Никита Юрьевич сам в переживаниях, куда он попадет, и родственники его, и супруга его, безусловно, волнуются. Никто в настоящий момент, наверное, даже в системе ФСИН не знает, куда конкретно следует отправить бывшего губернатора Кировской области. Куда в итоге он попадет, можно только догадываться. Уголовный... Где-то в середине лета мы узнаем. Ну, или не узнаем. Да нет, все зависит от того, куда же все-таки он поедет. Если это будет где-то недалеко от Москвы, мы узнаем об этом гораздо раньше. Этап, простите, от Москвы до Рязани идет 1,5-2 дня максимум. Если это будет Кировская область, там, Киров-Чепецк, еще что-то, ну, конечно, это займет какое-то время, но оно тоже не будет исчисляться месяцами. На мой взгляд, все определится где-то к середине июня уже. Угу. Куда конкретно поместят Никиту Юрьевича, в какие условия, что за колония, ну, это, безусловно, важно, хотя бы с точки зрения возможности оказания ему своевременной медицинской помощи. Все-таки диабет штука неприятная, подразумевает, ну, как минимум, постоянное медикаментозное лечение. Ну, вот сейчас мы о медикаментозном лечении в наших исправительных учреждениях поговорим после небольшого перерыва. Ян Чеботарев, юрист в нашем эфире. Ян Чеботарев, юрист в нашем эфире. Продолжается программа «Особые мнения». Мы говорим о том, что ждет в ближайшие месяцы бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Я так понимаю, что выбор места отбытия наказания будет обоснован в том числе и наличием какого-то медицинского учреждения по соседству, которое может оказывать помощь или нет? Все зависит от того, какие заболевания у Никиты Юрьевича диагностированы врачами системы ФСИН. Когда осужденный впервые попадает в стены подобного рода исправительного учреждения либо следственного изолятора, у него берется кровь на анализ, ему делается рентгенограмма, снимается электрокардиограмма, его принимают врачи. Уверяю вас, что ни один сотрудник, ни один руководитель системы ФСИН никоим образом
не желает смерти осужденного. Если какие-то эксцессы происходят, то они также происходят везде. Поэтому здесь, конечно, всеновские врачи заинтересованы как минимум в одном, чтобы заключенный нормально покинул живым и здоровым стены исправительного учреждения. Соответственно, я думаю, что здесь никому не надо, чтобы он скончался на руках у врачей. Это же куча бумаг. Просто в интернете полно жутких совершенно историй, в том числе на сайтах СМИ, о том, как люди не выходят живыми. Ну, в жизни или бывает... выходят едва живыми. В жизни бывает все. На самом деле нет правил без исключения. Я говорю по поводу среднего стандартного отношения к ситуации со стороны обыкновенного сотрудника любого государственного учреждения. Проблемы никому не нужны. Никому не нужны. Естественно, что если будет поставлена кем-то какая-то глобальная задача что-то сотворить с человеком, ну, безусловно, с ним может что-то случиться, и не обязательно для этого даже помещать человека в условия следственного изолятора, к примеру. С таким же успехом и кирпич может упасть просто так. Вот. Так что здесь, я думаю, что ФСИН уже знает о наличии у Никиты Юрьевича хронических заболеваний, тем более, что об их наличии неоднократно говорилось и упоминалось на разных уровнях. И, безусловно, при выборе для него места дальнейшего отбывания наказания во внимание будет приниматься и наличие поблизости какого-то соответствующего медицинского учреждения. Но уровень оказания медпомощи, он везде разный? Смотрите, или он везде примерно одинаковый? Нет. Значит, каждое исправительное учреждение системы ФСИН, любое и без исключения, значит, имеет возможности оказания первичной медицинской помощи. Понятно, что если речь идет, например, о каком-то серьезнейшем заболевании, которое требует высокотехнологичного лечения каких-то узких специалистов, для этих целей внутри системы ФСИН давным-давно были придуманы и существуют и функционируют лечебные исправительные учреждения. Люди, которые не имеют возможности обходиться без постоянной медицинской помощи, весь срок, назначенный судом для отбывания наказания, отбывают именно там. Фактически, простите, сидят лежа. И режим там послабже, и питание там, безусловно, получше. И врачи есть. И врачи худо-бедно какие-то есть. То есть и возможность получения медикаментозных передач от родных, родственников по назначению лечащих врачей. Лекарства могут передавать. Да. Ну, лекарства могут передавать и в любое лечебное, в любое исправительное учреждение. Но это, как правило, связано всегда с множеством бюрократических препонов. Если человек находится в больнице СИЗО непосредственно уже сразу, то здесь таких проблем, как правило, не бывает. То есть здесь, если нужно какие-то лекарства, которых в настоящий момент нет, и родственники осужденного готовы незамедлительно, например, их передать, врач просто выписывает соответствующий документ, и такое лекарство человек получает фактически в этот же день. Проблем здесь таких не возникает. Если бы это было обычное исправительное учреждение, ну, пришлось бы созывать какие-то консилиумы, может быть, где-то отдельно этапировать этого бедного сидельца в это же лечебное исправительное учреждение для того, чтобы узкий специалист подтвердил необходимость данного конкретного лекарства для больного. Парацетамолом, аспирином, элементарными какими-то лекарствами наши учреждения системы ФСИН обеспечены все. Зеленка, йод везде есть. Зеленка, йод очень полезные препараты при диабете, гипертонии и прочее. Главное внутренне принимать. Ян Чеботарев, юрист нашей студии. Еще одна тема, тоже связанная, кстати говоря, с местами лишения свободы. Интересный текст мне попался на глаза 2 дня назад. Я вчера коллегам его показала. Текст выложен на сайте ОНК. Причем сайтов ОНК, общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав заключенных, в Кировской области оказывается 2. Один из них ведется комиссией, и там выкладывается информация о том, куда съездили члены комиссии, в какое исправительное учреждение, что там увидели, значит, и какие, может быть, жалобы отработали и прочее. А на втором такие вот высокохудожественные тексты, в которых, как я понимаю, от лица председателя общественной наблюдательной комиссии Кировской области Михаила Кузьминых, транслируется его мнение.
Вот. И я вас вчера честно вот попросила прочитать и ознакомиться. Да? Я, честно говоря, немножко в шоке, потому что я не представляю, как руководитель общественной наблюдательной комиссии может писать про своих коллег по комиссии следующее. Оценил шняги, транслируемые особо одаренными членами ОНК. Данный мейнстрим не оставляет хмырям от правозащиты возможности свободно гулять по буфету. Это вот все касается прихода членов общественной наблюдательной комиссии в наши эфиры. Ян Евгеньевич, я, честно говоря, не знаю, вот как трактовать такие вещи. Ой, вот, Аня, на мой взгляд, здесь очень легко впасть в заблуждение и совершить ошибку, которая может быть даже фатальной. Для кого? Сейчас я поясню. Вот вы сказали о том, что существует два сайта. Да. Вот я всегда заставляю верить себя в лучшее. А давайте не будем исключать, что кто-то ведет этот сайт с целью, например, дискредитировать председателя общественной наблюдательной комиссии. Ну да, ведь интернет — это же действительно большая помойка. То есть здесь, безусловно, вот вы мне когда скинули ссылочку, я почитал, у меня возникло желание лично пообщаться с автором и немножко просветить его в правильности употребления различных идиоматических выражений и разного рода сленга. Потому что там некоторые ошибки допускаются существенно. Вот. Но потом я начал это думать... Про жаргонизмы вы сейчас? Про жаргонизмы, да. В этой части, на мой взгляд, все-таки я не исключаю именно тот момент, что действительно имеет место быть подстава. Какой-то конфликт. Слушайте, ну мы и сталкивались уже с ситуацией, когда наши общественники очень большое внимание уделяли тем конфликтам, которые разгорались внутри их же учреждений. Это всегда, безусловно, прискорбно, всегда печально. Люди должны заниматься делом, ради которого они собрались, а не выяснять отношения между собой. Вот честное слово, я бы не обратила внимания, но там, понимаете, указано, что шняги транслируем мы. То есть мы приглашаем членов общественной наблюдательной комиссии. Они нам рассказывают о своих поездках. Вот и выясняется, что это все транслирование шняг. Слава Богу, что в Российской Федерации пока еще у граждан сохраняется возможность мыслить по-своему. Но если кто-то считает, что «Эхо Москвы» транслирует шняги, ну это его право, пусть продолжает читать так же и дальше. Значит, я не знаю, кто является автором вот этого забавного текста. На мой взгляд, абсолютно безграмотная, омерзительная вещь. Если автор вот этого текста действительно как-то связан с деятельностью ОНК, на мой взгляд, его возникновение на горизонте событий общественной наблюдательной комиссии является ошибкой тех граждан, которые его туда направили, тех граждан, кто проголосовал за его участие в этой комиссии. К сожалению, но тем не менее, общественная наблюдательная комиссия имеет дело с людьми, попавшими в серьезные и проблемные жизненные ситуации. Не надо их усугублять вот подобного рода разборками, тем более, что наши с вами сограждане очень часто видят в членах наблюдательной комиссии как раз последнюю возможность где-то воззвать к какой-то справедливости, обратить внимание на какие-то нарушения их прав и интересов. Они, может быть, зачастую бывают преувеличенные, но бывают и правдивыми абсолютно. Потому что я вот не являюсь членом общественной наблюдательной комиссии, но я знаю несколько граждан, которые регулярно бывают в различного рода исправительных учреждениях Кирова и Кировской области и приносят очень много добра вместо того, чтобы упражняться в остроумии в интернете. Хорошо, по тексту мы еще сделаем отдельный эфир, я надеюсь, по крайней мере, пригласим Михаила Кузьминых в наш эфир, и я думаю, он пояснит. Ну, давайте спросим, откуда, может, это и не он. Откуда это возникло, да. Ян Чеботарев, юрист в нашем эфире, мы продолжим особое мнение, но после небольшой рекламы. Юрист Ян Чеботарев в нашей студии со своим особым мнением, мы продолжаем. Еще одна тема, косвенно связанная с судебными процессами. Кировские католики подтвердили, что готовы обратиться в суд по вопросу передачи Александровского костела. Мы эту тему с вами обсуждали как-то в эфире, да, подключали вас. После того, как отец Григорий Заволинский провел месяц, ну, практически там он и католики, пост на хлебе и воде, я так понимаю, что в течение этого месяца и спрашивали они мнение
региональных там, и федеральных своих руководителей. И вот архиепископ Павел Пеца, да, дал согласие на судебное разбирательство по поводу возвращения и невозвращения Александровского костела католикам. Я посмотрел недавнее интервью отца Григория. Он говорит, что в принципе они не настаивают на передачу здания в собственность. Они просят лишь возможность безвозмездно пользоваться им в течение 49 лет. Напомню, что сейчас католики платят 50 тысяч рублей в год, такую сумму отец Григорий озвучивал, за возможность проводить в Александровском костеле богослужение. И вы в нашем эфире говорили, что вы видите благоприятные для католиков судебные перспективы, если они в суд обратятся. Ну да, я полагаю о том, что при прочих равных условиях, безусловно, шансы выиграть это дело приход имеет. Причем, на мой взгляд, сложнее его проиграть будет. Хотя, конечно, простите, отец Григорий сам об этом неоднократно говорил. Россия страна непредсказуемая. На любой суд давление может быть оказано, к сожалению. Но, тем не менее, дорога осилит идущий. Это разбирательство другого... на местном уровне пройдет в Кирове? Да, 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 да. Значит, другого пути, кроме как обращаться в суд, действующее законодательство никому на территории Российской Федерации никаких иных возможностей просто не дает. Соответственно, нужно начинать судебный процесс, как бы, чем бы он ни завершился, и сколько бы времени, какую-то точку нужно пытаться ставить. Либо окончательную, в случае положительного исхода дела, либо промежуточную. Почему? Потому что тогда сохранится возможность обращаться, опять же, с соответствующими требованиями уже в международные органы, причем это не только суд по правам человека, можно обратиться и в другие специализированные заведения, которые рассматривают подобного рода споры. Вот. Займет эта процедура, да, конечно, какое-то время, безусловно, но, на мой взгляд, все вперед. Все, что было украдено, когда-то должно быть возвращено. И, на мой взгляд, разницы большой нет. Было ли это здание церкви РПЦ, либо какая-нибудь часовня старообрядцев, либо мечеть, либо синагога иудеев, либо костел Римско-католической церкви, ворованное до добра не доводит. Угу. Поэтому надо возвращать. Я считаю, что это достаточно простая жизненная логика, и считаю, что любой вменяемый суд, а таких большинство, прислушается к ней, и решение будет исключительно положительным. Может ли суд вынести решение, если стороны между собой договорятся, и никто не будет против, о том, что костел остается в собственности области, но католики получают взамен что-то другое? Участок, тяжело. Строительство, еще что-то? Тяжело. Или конкретно будет обсуждаться все-таки вопрос передачи здания? Суд все-таки в Российской Федерации законом связан. Решения суда не должны противоречить закону. Закон предусматривает возвращение того, да, угу, того имущества, которое имеется к моменту судебного разбирательства. Ведь у нас очень много храмов погибло. Согласитесь, было бы странным, если бы в настоящий момент Русская Православная Церковь потребовала бы, например, компенсацию за взорванный храм Христа Спасителя. Либо Александра-Невский собор в городе Кирове, в Вятке и прочее, прочее. Поэтому закон как раз говорит о чем? О том, что то, что есть сейчас, то, что уже не приватизировано, то, что может быть возвращено, что находится в государственной и муниципальной собственности, вот это надо отдать. На мой взгляд, перспектива здесь шикарная есть. Ну, мы подождем. Насколько я поняла отца Григория, где-то в конце мая должна быть информация уже о том, когда будут подготовлены документы и когда они будут поданы и в какой суд? Ну, я во всяком случае за подобного рода процессом буду стараться наблюдать по тем источникам, которые есть. Это либо с сайта непосредственно прихода Вятского, либо по сообщениям средств массовой информации. Эта тема, на мой взгляд, важна. Городская тема, Ян Евгеньевич, городская тема и тоже такой юридический ликбез отчасти. Многие пользователи социальных сетей возмущаются тем, насколько некачественно, скажем так, прибрали Киров к майским праздникам. Особенно возмутило то, что не успели сделать это к 9 мая, потому что обычный город наш все-таки, и не только наш, я так понимаю, да, приводит в порядок.
Недоволен остался и глава администрации Илья Шульгин, который сначала ездил с инспекторской проверкой 8 мая, потом, по-моему, 11. Ну, там очередная выволочка, извините меня, пожалуйста, за такое слово, и сотрудникам подведомственным городской администрации, представителям управляющих компаний и прочее, прочее, прочее. Я так понимаю, что какие-то кары их ждут, вот. Но наши коллеги, наши постоянные эксперты, красивый Киров, накануне делали замеры для федерального канала по количеству пыли и грязи на улицах Кирова. То есть это даже не бумажки, которые не успели собрать. И, собственно говоря, там технология достаточно простая. Они просто вымеряют участок полметра на 2 метра на проезжей части и собирают оттуда смет. По нормам, я так понимаю, не более 30 граммов смета может быть с одного квадратного метра. Они взяли 3 объекта. Школу 59-ю на улице Некрасовой, детский сад на улице Пугачева и детскую поликлинику на улице Некрасова. Ну, то есть такие объекты, знаете, социально значимые. Так вот, с одного квадратного метра на улице Некрасова килограмм, превышение нормативов 33 раза, у детского сада на улице Пугачева почти 1400 граммов, превышение в 45 раз, у детской поликлиники на Некрасова 1800 с лишним граммов, то есть почти 2 килограмма с квадратного метра пыли, грязи с проезжей части. И всем этим, Ян Евгеньевич, мы дышим. У меня вопрос, где наши медики и почему до сих пор со стороны департамента Министерства здравоохранения нет никаких, не знаю, там, угроз, не угроз, жалоб, не жалоб, но хоть какой-то реакции на все происходящее. А я не знаю. А в частном порядке мы можем пожаловаться? Можем. Просто, простите, а итог какой будет? Вот это да, это вопрос. Жалоб можно написать большое количество, огромное количество. Засыпать ими прокуратуру, санэпиднадзор, да что угодно, хоть спортлото написать. Обязать они собрать весь уличный свет? К сожалению, отдельно взятый гражданин Российской Федерации не может обратиться в суд, либо в какой-то иной орган в защиту не своих интересов, лично своих. То есть в защиту публичных интересов у нас в суды обращаются исключительно органы прокуратуры. Ну, можно попытаться, конечно, привлечь внимание органов прокурорского надзора к подобного рода ситуации, но можно пойти и по более простому пути. У нас ведь есть депутаты Кировской городской думы. Почему мы живем мыслями Советского Союза, что нужно обязательно бежать куда-то жаловаться государству, вместо того, чтобы попытаться использовать легальные механизмы оказания влияния? Я бы имел возможность, я бы задал господину Шульгину вопросы, какие у него есть инструментарии, вот как у администратора города, для того, чтобы наказать нерадивых подрядчиков, которые не выполняют взятые на себя контрактные обязательства. Ведь у нас администрация города успешно проводит торги, конкурсы, заключает контракты, определяет предприятия, которые ответственны за содержание города. Если существует норматив, в соответствии с которым этой пыли и грязи не должно быть, да какая мне разница, какую прибыль в итоге получит или не получит данная коммерческая структура. Если она не может справиться с подобного рода контрактом, она не должна работать вообще. Если я перестану, извините, удовлетворять своих клиентов и достигать тех результатов, которые достигаю, я останусь, простите, без работы и пойду на завод работать как в молодость. Значит, я бы задал господину Шульгину вопрос, какие меры приняты, а почему до настоящего времени, например, подрядчик, заходящий на уборку, будь то снега, либо летнюю уборку улиц, до сих пор не вносит, например, какие-то обеспечительные платежи, за счет которых можно восполнить те недостатки содержания города. Мне кажется, они бедные очень. У них нет возможности обеспечительные платежи вносить. Ну, не согласен я с вами. Нет? Просто, ну, а как? У нас контракты на ремонты дорог исчисляются миллиардами. Контракты на содержание улично-дорожной сети, которые не подразумевают перекладку асфальта, кстати. Но они тоже не шибко дешевые. И, извините, погонять машину, просто хотя бы подмести несколько раз город, либо вылить пару цистерн воды для того, чтобы просто асфальт этот помыть и смыть к чертовой матери эту пыль, грязь. Некуда смывать, ливневка не работает. Извините. У нас вам на многих улицах ливневки просто нет. Да?
А это делается следующим образом, насколько я опять же представляю. Загоняется просто поливалка, которая разгоняет этот пыль, грязь, мусор по обочинам дороги. А оттуда уже после... собирается. Да, все достаточно просто. Нет нерешаемых ситуаций. Если где-то каким-то образом инструментария у городской администрации не хватает для того, чтобы как-то в узде подрядчиков держать, на это у нас есть депутаты Кировской городской думы, которые запросто могут восполнить те пробелы в законодательстве муниципальном, которые есть, и проголосовав, принять недостающие нормы. Угу. Это все. И вперед. Да. Проблема выеденного яйца не стоит. Было бы желание. Ну, вот завтра, насколько я понимаю, Илья Шульгин к нам приходит. Мы вот ему зададим этот вопрос обязательно, да. Чем помочь администрации в исполнении их нелегкого бремени? Вы готовы? Помочь? Да. Пожалуйста, я никогда не отказываюсь. Иван Чеботарев, юрист в нашей студии со своим особым мнением. К сожалению, завершаемся. Мы уже не успели поговорить про Солженицына. Но я думаю, что если тема с запретом Солженицына на территории всей России будет развиваться, то мы с вами еще обязательно об этом поговорим. Будем Шаламова читать. До свидания.